Добрый день, господа. Ну, вот перед вами линейка из 4 монет 5 рублей 2008 года Санкт-Петербургского монетного двора. Включает в себя 4 разновидности. 2 из них рядовые, 2 из них редкие. Не забываем, что если вы видите этот ролик в Одноклассниках, переключаемся на YouTube. И не забываем подписываться на мой канал, ставить лайки и кликать на рекламу. Значит, по аверсу они все одинаковые. Нам нужны исключительно реверсы. Придется переворачивать. А почему я переворачиваю? Чтобы было видно, что я не подсовываю какие-нибудь там другие монетки. Так. Штемпель 5-1. По Сташкину уже 3-2 по Кульвелесу. Самая рядовая монетка. Пятерочка у ней мелкая. Левый угол и правые углы острые. Завиток справа касается канта. Лист далеко от канта. Ну вот обратите внимание еще вот на этот лист снизу. Тут плохо просматривается. Ну такой размытый. Дальше идет штемпель 2-23 по Сташкину, он же 2-3 по Кульвелесу. Резко отличается. Пятерка крупная. Угол левый сверху закруглен. Лист касается канта. Точка мелкая. Ну, чтобы все знали, всегда, когда говорят точка, то имеется в виду вот эта точка. Монета рядовая, но встречается раз в 10 реже предыдущей. Далее перейдем к двум редким монетам. Штемпель 3, он же 2,4 по Кульвелесу. Здесь пятерка крупная. Лист не касается канта. Точка иной формы и крупнее. Угол закруглен у пятерки. Лист справа и снизу имеет четкий волнообразный рисунок. Ну, завиток снизу отклонен влево. Четкий волнообразный рисунок. Эта монета редкая. По Кульвелесу она стоит в районе 400 рублей. Еще более редкой монеты. Штемпель 4 по Сташкину или 3-1 по Кульвелесу. Здесь пятерка мелкая. Здесь, видите, большая, а здесь меньше. Низкорельефная. Точка очень большая. И сливается, то есть не из канта выходит, а вот из стебля этого. Вот это по Кульвелесу, она ценится рублей 600. Ну, вот еще хотел приколоться, вот я ее отодвину, вот штемпель 3 выдвину. Вот я возвращаюсь к штемпелю 3. Вот смотрите. Вот еще тоже штемпель 3. Абсолютно одинаковые монетки. Ну, в чем только разница? Вот это у нас
2008 года. А вот этот самый банальный, что ни на есть, 2003, у которых, особенно кто собирает ГВС-ки и биметалл, наверное, сундуки таких монеток, потому что мне что-то их никто не покупает, значит, у всех они есть. Но все говорят, что вот это 2008 года, штемпель 3 взят с 2003 года. Но вот появился еще такой же штемпель у 5 рублей питерских 98 года. Поэтому еще непонятно, что, с чего, где, когда и почему взято. Ну, пожалуй, на этом все. Благодарю вас за внимание. Не забывайте подписываться, лайкать и кликать. Всего вам наилучшего. До следующих видео. До свидания.